Почему именно Нью-Йорк? Потому что я больше ничего не видел, и я до сих пор, собственно, ничего не вижу. Меня человек спросил, у тебя есть диплом? Я говорю, нет. Он говорит, очень хорошо. Нам нужно сделать магазин. А что было дальше? Я, как все, хотел Манхэттен. Ты сюда изо дня в день ездишь? Нет. Ты 10 лет здесь живешь и варишься в этой айтишечке, как ты говоришь. Айтишечка. Всем привет! Добро пожаловать на канал ProGlog и в Нью-Йорк, в Центральный парк. Меня зовут Виктория Бередина. Рядом со мной Пол. Он американец теперь и же, и да? И белорус тоже. Да, и белорус. Сегодня мы поговорим о том, каково это переезжать в Америку в год кризиса, как здесь искать работу и как вообще устроена в этом городе IT-индустрия. Я надеюсь, ты нам поможешь в этом разобраться. Знаю, я все расскажу. Не все, но то, что знаю, расскажу. Я знаю, что ты очень рано стал увлекаться компьютерами. Не будем называть это такой, начал свой путь в IT, но с компьютерами ты познакомился достаточно рано. Расскажи вот о том, как это происходило. Да, мне было 7 лет или 8. Это был 91, 92, 93 года. И у меня появился дома советский компьютер. У меня на нем папа делал документы, назывался ES1841. Можешь погуглить, очень такая смешная, прикольная штука. 16 цветов на мониторе, 512 килобайт, это полмегабайта, не гигабайта, а мегабайта, понимаешь? Это очень мало. Вот. И процессор 2 мегагерца или 1, то есть там вообще ни о чем. Вот. Но тогда это было клево, потому что это все работало. И компов не было почти, ну, они были, но не дома, понимаешь? То есть это довольно была такая клевая вещь. Я за него сел, я ничего не понял, вот. Но мне было, ну, мне нравилось то, что там что-то происходит, и, может быть, там что-то можно сделать. Вот. И там стоял MS-DOS 3.23, люди могут вот погуглить, если хотят. Вот. И больше там ничего не стояло. Там был софт какой-то, там был, кстати, вспомнил прикольная штука, такой Word на минималках, он назывался текстовый процессор Lexicon. Вот, у меня там папа печатал документы его, а мне было интересно, потому что это все работало, это все там очень клево так выглядело, знаешь, такое все битовое, такое все такое монохромное. Вот, и мне стало интересно, как вообще все это работает. То есть я ничего не понимал, я открывал файлы просто вот там, ну, там, условно говоря, через блокноты, смотрел всю эту мешанину, но как это пишется, я не знал. И я решил, что, блин, надо что-то написать. Знаешь, я сел, открыл, вот просто файл пустой писал, и я его запускал. Вот, и или ничего не происходило, или происходило очень страшное, там, типа, ломался винчестер, знаешь, этот запись или еще что-то. Вот, и потом в MS-DOS'е были такие файлы специальные с инструкциями. Они, кстати, до сих пор, по-моему, еще есть. Ты туда мог написать всякие инструкции, там, типа, там, вывести строчку там, текста или там, очистить экранчик, знаешь. Вот. Это не имеет никакого отношения к программированию, но это было что-то такое зачаточки. Вот. И потом у меня появился Turbo Pascal 6. Это такая среда разработки, знаешь, вот. Книжек не было, я ходил за книжками в библиотеку, то есть гугла не было. То есть ты должна была садиться на троллейбус и пилить там 4 остановки до библиотеки, понимаешь? Вот. А Turbo Pascal, я с него начинал, ничего серьезного там написано не было, но были написаны там какие-то простенькие игрушки, типа там тенниса какого-нибудь, знаешь, там какие-нибудь там логические всякие и такие штуки, калькулятор какой-нибудь. Вот, и все. Но я за ним просидел довольно давно, наверное, лет долго, наверное, лет 5. Вот, потом в школе я пошел в физмат. По одной простой причине побыть ближе вот к компьютерам, да, то есть, как бы, потому что дома, понятно, мне что-то хотелось другого. Там у нас стояли сидероны, что-то западное, и мы там тоже что-то пилили, но у нас там была винда 3 или 95, не помню, но у нас все лабы были на Паскале. То есть я когда уже туда пришел, Я все сразу экстерном сдавал и уходил домой, то есть меня там почти не было. Мы там играли в игры, но особо ничего не делали. Потом я закончил школу, пошел в университет, и в университете я просидел там, я не закончил, кстати, университет, то есть я улетел. Вот. Но я там просидел 3 или 4 года, но оказалось зря, потому что университет мне не дал вообще ничего. То есть он мне дал понимание, то есть
того, что ты можешь вот там 4 года чем-то заниматься, понимаешь, то есть как бы это, у тебя достаточно сил туда ходить. Я туда не ходил, то есть я попал на первую пару по программированию, типа, как это тогда называлось, и наш преподаватель, она нам показала толстую книжку, говорит, что вот все, кто хотите там быть успешными программистами, вы обязаны ее купить. Вот. Ну, естественно, половина сразу купила. Я не покупал, мне примерно стало понятно, что происходит, потому что вся вот эта вот штука, которая мне лично была нужна, она была только на четвертом, на пятом курсе. То есть именно что-то серьезное. Вот. Все, меня потом отчислили, уже потом, когда я улетел, меня отчислили из университета. Ну, вот, собственно, это то, как был путь до Америки. Но путь в Америку. Я знаю, что, во-первых, вот это был уже 2008 год. В Кремниевой долине уже индустрия цвела вовсю. Слушай, там iPhone, по-моему, сделали первый, да, в 2008? Да. В Купертино или где-то. Это точно. Я потому что... Ну, первый iPhone 2008. Я в 2010 была по Work and Travel в Нью-Йорке. Я помню, что я купила четвертый iPhone, который у меня потом полгода не работал здесь. Ну да. Это было очень круто. Конечно. Почему ты не поехал туда? Почему именно Нью-Йорк? Нью-Йорк, потому что Нью-Йорк это мечта, то есть он был моей мечтой с вот этого возраста, где-то с раннего, там, лет 8. Вот, я очень хотел, у меня у товарища была видеокассета, у него родители привезли с этими там небоскребами, всякой такой штукой. Я не знал, как я туда попаду, но я хотел туда, то есть это был такой final destination, знаешь? Да. Вот, и... Инфы никакой не было, это был там 94-5 год, там где-то занавес только рухнул, знаешь, и это все немножко так тянулось, то есть лет 14 я понял, что вот надо что-то думать, вот, и я серьезно начал думать, и я узнал, что есть грин-карта, и я начал грин-карту играть 17 лет. И я ее выиграл шестого раза, в 23 года. Вот, а Нью-Йорк, потому что я больше ничего не видел, и я до сих пор, собственно, ничего не вижу. То есть это лучший почти, там, почти лучший город на Земле. То есть разные города, но у меня не стояло выбора, знаешь, куда ехать, LA, там, или Сан-Франциско, или какой-нибудь Сиэтл, или еще что-нибудь. То есть это была вот точка одна. То есть мне, наверное, было даже проще в этом плане. Но 2008 год – это все-таки очень тяжелый год, не просто для американской экономики, но и для мировой экономики. Да. Каково тебе было искать работу вот в таких условиях, когда увольняли просто людей отделами? Было очень весело и очень тяжело. Расскажи. Тяжело, потому что всем было искать работу тяжело, не только мне. Понимаешь, даже американцам, которые их увольняли, и они там, естественно, потом что-то хотели назад туда, где-то там, там, где они были или еще куда-то, их не брали. А весело, потому что у меня не было языка. То есть ты приезжаешь, вот, ну, считаешь, что у тебя нет ушей там, или там глаз, то есть ты ничего не можешь сделать, ты все понимаешь, что происходит, то есть чего ты хочешь, но ты не понимаешь, что происходит вокруг. Вот, и я пошел на... я не пошел работать к русским, то есть это была такая, знаешь, наверное, ключевая... То есть, понимаешь, тут все дело в я помню, как это было, то есть все дело в мотивации. То есть у тебя должна быть жесткая, серьезная, ты можешь выйти из такой ситуации, только если у тебя, если ты чем-то мотивирован. И у меня была история, когда я сидел, и, то есть у меня не было еще работы, я не знал, где ее искать, что мне делать. То есть не было такого, как сейчас, понимаешь, когда ты приезжаешь, там стартапы, ты можешь куда-то пойти. То есть тогда все было гораздо... менее так вот масштабно. И я помню, что меня хотели взять в магазин резать колбасу. То есть меня, понимаешь, то есть человек с 7, там, с 8 лет сидит за компьютером. И вот это был переломный момент. То есть я понял, что либо я вот улетаю, да, просто, либо я что-то делаю. Вот, я пошел в интернет, я зашел на Craigslist, нашел там 5 или 6 объявлений, и на 6 объявлении меня взяли, это была компания, это был интернет-магазин на Амазоне или на eBay, чаще всего они были на eBay, и у них была вакансия на оформителя лотов, то есть там то, что ты мог выставлять на eBay, ты мог HTML туда просто вставить, и чтобы все было очень красиво. Вот я там начинал, но устраивался очень тяжело в плане коммуникации. То есть меня еле-еле туда взяли почти. Еле-еле взяли? Да. Но ты там проработал 4 года. Ну, почти 4, да. 3 там, 3 с чем-то.
Но очевидно же, что вот HTML — это не предел мечтаний для человека, Слушай, он учится за 2 часа. А что? Как ты там продержался 4 года? Видимо, я туда пришел не за карьерным ростом, потому что там невозможно было расти по той простой причине, что когда поменялось, то есть я начинал с HTML, то есть потом где-то через там 2-3 недели ко мне подошел человек, который меня нанимал, и говорит: слушай, нам нужно сделать магазин, как вот у наших конкурентов, потому что они хотели с eBay слезть, чтобы им не платить. И я вот чем там занимался, делал им магазин. То есть пилил с нуля, потому что софта, который ты могла взять, OpenCart тогда еще не было, Magento нормального не было, никаких там вот, ну, какого-то open source такой штуки, которую ты можешь взять и подпилить, ее не было. Вот, поэтому все пилилось с нуля. То есть я делал это все на своем фреймворочке, знаешь, типа любимом. Ну, я думаю, у каждого там есть фреймворк. Но я туда шел не за этим, я шел туда за опытом именно местным, понимаешь, то есть язык и люди. И я просидел 4 года, кстати, очень жалею, что я не ушел раньше. То есть как бы нужно было валить там, наверное, года через полтора. То есть когда у меня уже был English, я English взял года, наверное, за пол, ну, где-то месяцев 6-7 прошло. Вот, и потом я еще там дорабатывал, но ушел, потому что уже, ну, больше я там не смог. Ты здесь уже 10 лет. Mm-hmm. Что было дальше? Вот 4 года ты провел в этой компании. Да, я понял, что там мне ничего не светит. Я как все, хотел Манхэттен, понимаешь? Там желательно повыше, желательно там побольше денег. Вот. Но ты не можешь это сделать просто потому, что ты хочешь. То есть тебя там, короче говоря, никто не ждет. То есть, ну, только если ты не, вот, не покажешь, почему тебя должны взять, mm-hmm. тебя никто не ждет. Я, когда оттуда уволился, я пошел работать в похожую компанию, они были немножко получше, вот, и там я им писал софт для автоматизации вот всех этих eBay, там, постеров, там, и так далее, то есть можно было написать такую штуку, которая за тебя будет постить, или там, которая будет покупать какие-то вещи, вот, я там занимался этим, но я там протянул, наверное, недолго, я протянул, наверное, ну, года полтора я там просидел, вот, денег там не было. Вот, но в Манхэттен я все еще хотел, но я не совсем понимал, как вообще туда можно попасть. И потом оказалось, что приехал один мой давний друг из Минска, вот, Дима такой, и он тоже был тут, он тоже веб-разработчик, тоже PHP-шник, вот, и он тут открыл свою компанию, типа студию, и говорит: давай мы вместе будем работать. Я говорю: ну давай. Вот, и я пошел к нему. То есть, хотя я зарекался... Он снял офис в Манхэттене? Нет, он снял офис в Бруклине. Yeah. Вот. И если бы он снял офис в Манхэттене, я думаю, все было бы по-другому. Вот. И хотя я зарекался не работать как бы с русскоязычными людьми, но он как бы мой друг, знаешь, говорит: ну, типа, чего бы и нет. Вот. И мы начали делать это вместе, это была большая ошибка. То есть это просто не нужно было это делать. Чувак вообще не понимал, что он делает. То есть он очень хотел вот в IT, да, вот эту... туда куда-то, но он не понимал, у него не было никакого вообще представления о клиентах, там, что такое клиент, там, понимаешь, как с ним нужно работать, вот, то есть писать софт — это же не все, то есть ты должна это делать нормально, так, чтобы человек был доволен. Вот, я просидел у него, он взял каким-то чудом один большой проект из Манхэттена, там какая-то финансовая компания, они нам дали его пилить, пилили мы его там втроем или вчетвером, но в итоге оказалось, что никто почти ничего не делал, понимаешь, то есть пилил его, уже потом на середине пути пилил его я один, то есть хотя это никому не нравилось, мне это тоже не нравилось, но я его пилил один. И разошлись мы, потому что мы его не допилили, то есть именно по вот этой причине я говорю, что так продолжаться не может, я это один делать не могу, и я оттуда ушел, и вот этого кастомера я просто у них забрал, то есть как бы просто нагло, вот, я им позвонил, говорю, что теперь я как бы все это делаю. И вот я начал ездить в Манхэттен уже, понимаешь, то есть я к ним начал ездить в офис, там сидеть по пару часов в день, это все допиливать, и я это в итоге допилил, вот сейчас я, кстати, пилю, мне через 4 дня сдавать уже вторую фазу, как бы второй версии, то есть я до сих пор еще этим занимаюсь, то есть это такой долгий клиент, вот, и когда я начал ездить в Манхэттен, меня еще больше так, знаешь, вставило все это дело, и все, надо, короче, переезжать в Манхэттен. И, ну, я иду работать. И, вот. И я начал серьезно думать. Пока вся вот эта штука происходила,
Я сам на себя еще работаю, у меня есть моя компания, я там только один, то есть там больше никого нет. Это называется LLC, но у нас это как ООО, да, вот это общество с ограниченной ответственностью. То есть я там только один, ну, ИПшник, короче. Да. Вот. И я делаю на заказ там веб, вот эти все там разработки. Я не пилю там сайтики на WordPress, и знаю, что что-то посерьезнее беру. Вот. И я как-то вот это все время жил. Я взял вот этого кастомера из клиента, из Манхэттена, и начал туда ездить. Потом у меня был период такой, знаешь, такой какого-то такого затяжного, такого непонятного, то есть каких-то таких мыслей, что делать дальше. Потому что идет время драгоценное, то есть ты не знаешь, что делать. Я зашел опять же на Craigslist, то есть я туда постил постоянно, я такой хороший, делаю веб там любой, знаешь, звоните, пишите. И я помню, это был 2016 год, март, я запостил 8 марта, я запостил объявление, PHP, веб-разработочка, все такое, знаешь, и мне через 15 минут пришел email, что нам нужен PHP-шник вот прямо сейчас, вот через 5 минут. Это где, на Craigslist? Да. Угу. Мне пришел email, ну это типа реплай на то, что я запостил, нам нужен PHP-шник прямо сейчас. И я такой, о, знаешь, я пишу, то есть говорю, окей, хорошо, а вы где? А вот мы сидим в The Grand Central. Я такой, ну, как бы это сердце в Манхэттен, то есть это середина, понимаешь? И вот мы списались, я пришел, и оказалось, это та компания, где вот я сейчас работаю. Они на 35-м этаже. Ну, вот у меня, например, вообще к Манхэттену и к Нью-Йорку особенное отношение. И я всегда очень любила, мне казалось, что это правда лучший город на Земле, это центр мира. Но вот в этот приезд, я здесь уже третий раз, и вот первый раз я прожила 4 месяца, мне показалось, что не хотела бы я ездить изо дня в день в Манхэттен, да, чтобы меня несла вот эта толпа, ну, потому что бесконечное количество людей, и кажется, что ты просто не ты идешь куда-то, а тебя несут. Но и метро, и вот это все. Угу. Вот ты сюда изо дня в день ездишь? Нет. Я отношусь к тем счастливым людям, которые могут работать дома. Они могут работать в Антарктиде, знаешь, они могут работать в самолете, в метро. Я работаю в метро, кстати, когда еду. Потому что, по сути, ну, не знаю, как там в других областях, но в айтишечке там, в девелопменте особо, ну, не всегда важно, где ты находишься, да, то есть как бы, то есть не всегда важно, что ты находишься, я имею в виду, где-то в офисе там или еще, ты можешь там не находиться. Mm-hmm. Основная тема, которая у меня была с вот этой компанией, то есть да, я начинал, я до сих пор на фулл-тайме, я как бы в офисе, я в команде, но я в офисе не каждый день, потому что им все равно, в офисе или нет, понимаешь, то есть мне не платят за то, что я хожу в офис, мне не платят за то, что езжу в Манхэттен, мне платят за то, что я доставляю вовремя результат, короче. И это было и до сих пор остается главным, поэтому я не всегда езжу в Манхэттен, но когда я езжу, у меня всегда комп с собой и метро. Если там есть вот свободное место, я сел и поработал. То есть для меня переезд в Манхэттен, он ничем не отличается от сидения за креслом в течение часа, понимаешь? То есть я потом встал и вышел, и мне через 3 минуты офис. Mm-hmm. Поэтому все. Да, ну я вернусь еще к Нью-Йорку как городу mm-hmm. для жизни, потому что это важная составляющая. Но вот мне хотелось бы узнать о том, как ты формируешь свое мышление вот как специалиста. Какие книги ты читаешь? Может быть, тебе есть какие-то, не знаю, блоги важные, интересные, которые тебе позволяют именно развиваться как профессионал? Ну, смотри, в основном это YouTube, да, то есть это, наверное, главная площадка, где я что-то беру. То есть я не могу... Книги, они... Мне очень лень читать книги, вот честно тебе скажу. То есть это клево, это классно, это успокаивает, это полезно, но у меня просто нет времени. То есть я читаю в основном с экрана, а чаще всего смотрю с экрана, потому что видос, он тебе позволяет получить тот же контент, но быстрее, плюс это нагляднее. То есть это YouTube, каналов особо у меня нет никаких таких, то есть я просто, если мне что-то нужно, я захожу и забиваю в search там типа бла-бла-бла, знаешь, мне что-то дается, я беру там первый ролик, который мне дали. Вот, книжек нету,
Medium читаю иногда, то есть там какие-то избранные люди. Вот один из людей, это есть такой товарищ Тейлор Отвелл. Он вот сделал фреймворк PHP-шный, на котором я сейчас пишу. Вот, вот он очень классный. То есть я читаю как с точки зрения, то есть как для того, чтобы взять какие-то апдейты по фреймворку, то, что он, как он это делает дальше, что он собирается там с этим, то есть как он собирается развивать, так и он просто постит какие-то там интересные мысли, знаешь. Но в основном это YouTube, это не книги. Интересно. Ты не был в Калифорнии, да, насколько я знаю? Не был в долине, но все-таки ты 10 лет здесь живешь и варишься в этой айтишечке, как ты говоришь. Айтишечка. Да. Расскажи о айти-индустрии Нью-Йорка. Вот какую-то специфику, которую ты можешь выделить? Наверное, плюс большой в том, что очень много всего происходит. То есть скорость, с которой тут рождаются компании, ну и также умирают, да, то есть скорость, с которой ты можешь что-то делать, она просто космическая, то есть там никто не ждет, знаешь, то есть никто не думает там полгода, чем им заниматься, то есть огромное количество стартапов, то есть у тебя, как у специалиста, любого причем, неважно, ты пишешь на Python, ты пишешь на Ruby, ты там PHP-шник, ты там... Там еще кто-нибудь там, у тебя есть всегда возможность прийти, и здесь ты точно устроишься. То есть я не видел за 10 лет ни одного человека из IT, который, приехав в Нью-Йорк, не устроился работать. Это может быть проще, потому что, понимаешь, долина, она, ну, не то что переоценена, то есть там все настолько такое раздутое, знаешь, то есть настолько такое важное, и, соответственно, у тебя гораздо больше требований к тебе, как специалисту. То есть там порог вхождения, мне кажется, он гораздо выше, чем в Нью-Йорке. Потому что Нью-Йорк, ну, у меня вот недавно знакомый сюда переехал, он сначала посуду, в общем, был. Понимаешь, то есть он пошел мыть посуду, там, потом пошел официантом, а потом он буквально через полгода он уже сидит в рубашке тестером. В Манхэттене причем, понимаешь? То есть мне нравится, то есть это, кстати, одна из причин, почему я в Нью-Йорк переезжал, потому что это уникальнейшая возможность просто начать с нуля быстро. Вот второго города я не знаю. Ну, вот у меня сложилось впечатление, что все-таки здесь больше развиваются именно вот технологии в финансовой сфере. Вот с этим связано. Если там в долине больше как бы технологии ради технологий или еще чего-то, ну, да? Наверное, то есть, да. То здесь больше, ну, такое как бы финансовая сфера процветает. Ну, больше стартапов в этой области. Слушай, вся тусовочка здесь. Да. То есть это нужно понимать. То есть как бы там ни было в Калифорнии, Apple, Купертино, кто там еще у вас, там Google, там Twitter, да? Тусовочка, я имею в виду то, что ты сказала, финансы, биржи, вот эти все штуки, это здесь. И понятно, что, ну, понимаешь, тут нужны, то есть именно поэтому тут нужны все любые специалисты. То есть ты не ограничен ничем. То есть я не хотел бы, например, работать в Гугле. Вот я тебе честно скажу. То есть я не хотел бы работать в Apple. Я хочу в Твиттере побыть там пару недель, просто мне интересно пару вещей у них посмотреть. Ну, вот. Расскажи подробнее, какие. Ну, мне интересно две минимум вещи. Это первое, как они держат нагрузки, потому что то количество твитов, реплаев, лайков, что там у них еще есть, да, я не знаю, как это можно держать. Ну, а YouTube? Нет, это тот же Google. Ну, YouTube это, слушай, это Google все-таки, знаешь, плюс это как бы, ну, YouTube, кстати, тоже интересно. Вот я, если бы мне можно было в Google, я бы ничего больше не смотрел, вот только YouTube бы смотрел. То есть мне интересно, как они держат вот это количество контента, то есть какие у них технологии, как это все работает, понимаешь, вот это интересно. И второе, в Твиттере, как они справляются там со всякими фейками, там, вот именно с точки зрения фильтров, потому что понятно, что это имеет отношение к AI, все, и мне AI, он очень интересен сам по себе, вот, а больше, наверное, ну, все. Ну, а расскажи вообще о своих планах на карьеру, вот, на свою профессию в будущем, то есть что бы ты хотел, работать в корпорации или заниматься чем-то, не знаю, вот фрилансить или что еще? Слушай, ну старый добрый фриланс, он никуда не уйдет, он еще есть,
и он пока еще будет, да, то есть как бы это не является основной работой ни в коем случае, это просто такой, знаешь, фан по вечерам, да. То есть там, не знаю, кто-то занимается йогой, кто-то там ездит на велике, а кто-то делает там фриланс, то есть это как бы он останется. Планы, это, кстати, хороший вопрос, потому что вот я, наверное, только месяца два начал назад думать именно серьезно, что мне делать дальше, потому что пока все хорошо, то есть меня вот, если бы меня спросили, хочется что-то поменять, я бы сказал нет. То есть, как бы там это ни звучало, ничего не хочу менять. То есть, вот как оно есть, все хорошо. Но понятно, что это не может так вечно быть. То есть, потому что меняется все очень быстро. Ну, понимаешь, тут варианты для меня я, по крайней мере, нашел два. Либо я уйду в AI, то есть какой-то там искусственный интеллект, вот эти все вещи, да, то есть эти там нейронные сети. Но это очень много займет времени и очень много займет сил, потому что это новая совершенно область для меня, по крайней мере. То есть там нужна сильная математика, там нужно понимать очень много того, что еще не знаю вообще. Вот. И меня это немножко пугает, потому что я не знаю, как это будет, понимаешь? То есть успею ли я сделать это в то время, которое я сам себе дам или нет. Вот. А второе – это, скорее всего, мобайл. То есть я вот об этом думал. Это более такая приземленная какая-то штука, которая кажется более реалистичной. То есть это не... Я не знаю, будет это Apple или это будет Android, или это будет что-то там еще. Вот. Но пока, наверное, скорее всего, я уйду в мобайл. Ну, потому что больше некуда. Но не менеджеры, никуда. Нет, не менеджеры. Ну, опять же, одна из причин, почему я хочу в мобайл, потому что получится так, что у меня сейчас есть бэкэнд, то есть я могу и во фронтенд, и могу и в бэкэнд, вот, и у меня есть бэкэнд, и когда у тебя есть такой опыт, и ты еще потом идешь в мобайл, у тебя получается такой full stack, знаешь, то есть ты можешь и так, и такие люди, им гораздо проще и гораздо, они как-то более полезные, то есть ты, когда будешь девелопить приложение, ты уже примерно можешь и задевелопить еще что-нибудь под него, понимаешь, то есть это вдвойне клево, это еще одна, кстати, причина. Ты, опять же, возвращаясь к тому, что ты здесь живешь 10 лет, и более того, видишь, я тебя представила как Пол. Да. Это такое уже американское имя. Я думаю, что ты очень много погрузился в эту культуру. Mm-hmm. В связи с этим мне хотелось бы спросить тебя, как вот американцы, на твой взгляд, чем они отличаются от русских в плане самопрезентации себя как профессионалов? Вот ты перенял что-то? Потому что я, например, как рекрутер, часто замечаю, что русские скромничают. Я могу тебе сказать, наверное, с той точки зрения, на что тут смотрят. Вот в чем разница между... То есть как ты устраиваешься на работу в Штатах? Ну, я имею в виду IT, вот, особенно development. То есть у меня, когда я пришел, вот, даже вот в ту компанию, где я сейчас работаю, у меня интервью длилось, наверное, минут 25. Понимаешь, то есть, потому что единственное, что их интересовало, это что я могу им дать. То есть их вообще не интересовало, какой у меня диплом. Потому что вот на самой первой работе, куда я туда пришел, у меня человек, вот это в 2008 году была, у меня человек спросил, у тебя есть диплом? Я говорю, нет. Он говорит, очень хорошо. Понимаешь, то есть им он не нужен был. Сейчас на этой работе тоже он не нужен. И они не смотрели на это, они смотрели только на то, что, вот, чем я могу помочь компании? Понимаешь, это был самый главный вопрос. И мне кажется, что американцы, вот, когда они идут на работу, они вот это для них главный вопрос. То есть там сразу видно, у тебя может быть вот такое резюме, там еще что-то, да, но они, как правило, понимают, что от них хотят, и они готовы это предоставить. Русские, они, русскоязычные люди, все, кого я знаю, они бьют на резюме. То есть вот мне недавно чувак прислал знакомый резюме, говорит, слушай, я хочу найти удаленочку себе из Америки, ты можешь мне помочь? И я говорю, что я могу тебе, я могу его порассылать, я могу там, ты там что-то еще, говорю, но с таким резюме... Но тебе придется, говорю, его никто не будет смотреть, по большому счету, потому что всем важно понять, что ты сделал. Что ты сделал, и, соответственно, что ты можешь сделать. Да. Ну, все верно, я тоже с этим сталкиваюсь, и правда, даже составить резюме можно по-разному. Американское и русское резюме очень отличаются, потому что русскоязычные кандидаты обычно пишут резюме с позиции
требований и процесса, а американцы с позиции результата и того, что они могут дать компании, то есть их личного вклада. Назови три минуса и три плюса. Это большой город, он сложный, он затягивает. Но плюс? Есть много на что смотреть. Да. Я лично получаю нереально дичайший вообще кайф, угар от того, что я тут живу. Язык стал лучше. С чего нужно начинать изучать этот язык? Ты берешь ларовочек и ты на него пишешь. У тебя полностью исчезает вот эта вот боль, вот этот ад.